Доброе утро. It's good to be back with becoming old friends. Это очень хорошо снова вернуться к новым старым друзьям. Did anyone have any dreams last night about Eros? Yes. You did. Я думаю, что снились ли вам сегодня эротические сновидения? Wishes to share their dreams. Может быть, есть среди вас кто-то, кто хотел бы поделиться тем, что Obviously not expected. Очевидно, они не ожидаются. They were too good to share. Слишком хорошие для того, чтобы ими делиться. Oh, that's interesting, because this happens in psychotherapy. Это вообще-то интересно, потому что в психотерапии это случается. The dreams are so powerful and intimate. Сны оказываются такими мощными, такими интервентными. One doesn't want anyone to mess with them. Что нам не хочется их как-то ни с чем смешивать с другим. And so this takes some time to develop a kind of trust so that you know. И нужно время для того, чтобы какое-то такое доверие появилось к тому, что это, как вы это знаете. By you, I mean the patient knows. The patient knows I can share my dream. Но пациенты знают всегда, что да, вот я могу поделиться своим сновидением. And after I share it and we talk about it. Но после того, как я делюсь, и после того, как мы об этом поговорили, it will be even more my dream. Может быть, будет даже больше всего от этого сна. Not less my dream. Мое сновидение от того, что я им делюсь, да, у меня становится не меньше, а может даже больше. So this takes quite a bit of effort on the therapist's part and empathy and kindness. Это нужно некоторые усилия со стороны терапевта и эмпатии, доброта. And deep understanding of where the person is. Понимание того, что за человек рядом с вами. So that their private life belongs to them. They know their private life belongs to them. Так, чтобы оставалось вот это ощущение. Я знаю, что моя личная приватная жизнь она принадлежит мне. And not to the therapist. А не терапевту. Or anyone else. И не никому другому. To anyone else. И никому другому. Freud is sometimes could write with just very lucid. Фрейд иногда в этих вещах писал очень так ярко, прозрачно. So much of what Freud wrote is buried in 19th century, early 20th century thought and culture. Очень многие из его идей, они были взяты из культуры 19 века и начала 20-го. And buried in psychoanalytic metapsychology. Они были в медицинской психологии и теории. But he will sometimes say something like this. Но он чувствует иногда это вот таким образом. Turn your eyes inward. Поверните свои глаза внутрь. Look into your own depths. Загляните в свою собственную глубину. Learn first to know yourself. Сначала научитесь узнавать самих себя. And implicit in this request or maybe command. Можно как-то имплицитно здесь подразумевается такой запрос или, может быть, комментарий. It's certainly the essence of the Socratic oath. Это, в общем, такая суть сократических идей. To know yourself. Да, то есть познай самого себя. But Freud said deeply. Но Фрейд говорит об этом глубоко. When you turn your eyes
inward. Если мы обратимся, да, мы мысленным взором таким самим себе. Don't presume that that first look is the whole story. Никогда не предполагайте, что вот этот первый взгляд, он сразу вам всю историю покажет. So look more closely, look more deeply. Смотрите, ну, поближе, смотрите поглубже. And then again and again. И снова и снова. So I'm thinking about is it still no luck? Ждет кофе, но все еще. So maybe nobody wants to share a dream. I mean, I'll give you a chance again. Но может быть, все-таки кто-то хочет поделиться своим сном, который был сегодня. Я снова вам такой шанс предоставляю. It's so interesting to watch when I ask if you have a dream and if you would share it, because I'm seeing some people go. Это очень интересно, когда я наблюдать за вами, смотреть на ваши лица, когда я вам предлагаю поделиться сновидением, потому что я вижу, что многие делают вот так. Maybe if I was alone with any of you, that you would feel more easy, but конечно же, если бы кто-то со мной был наедине, то, наверное, вы бы чувствовали себя легче, и, наверное, многие из вас захотели бы рассказать мне свой сон. It's hard enough to think, what will this one person think of me? То есть иногда нам достаточно знать, что вот этот конкретный, единственный человек обо мне думает. What will this one person see that I don't see? Что вот этот человек увидит такое, чего я не вижу? And I might not want to see at all. И чего я, может быть, ну, никогда бы вообще не увидел. But quite another for a whole large group. Но это совсем по-другому, когда такая целая большая группа. So now I'm onto something called, and I saw the hands go up, it looked like a couple of people might be interested. Я увидел, что были подняты руки, и некоторые из вас, из некоторым из вас интересно рассказать свой сон, но... Yes. I was translating. Oh, okay. You have two, remember? Two. Yes, and no, I remember that. We will change. But now I've lost what I was going to say. Oh, I was going to go to, so it's one thing for one person to know another thing for so many others. Так бывает, что мы, когда мы, ну, кому-то что-то рассказываем, то они какую-то вещь мы можем рассказать одному человеку, о чем-то другому человеку. But this comes to this topic of what's called resistance. Но это еще и тема, которая называется сопротивление. German word is Widerstand. Да, немецкое слово Widerstand. I've never used the word resistance. Я никогда не использую слово, не использовал бы слово сопротивление. I've never used the word resistance to a patient or you're making things difficult. I've never done this kind of thing. И я никогда бы не стал так думать, да, не стал бы навязывать это определение для пациента, когда он делает какие-то вещи, с которыми трудно. Я бы не сказал ему, я бы никогда не стал ему говорить, что ты сопротивляешься, что ты делаешь вещи для меня более сложными. So, two things are going on. One is preservation of self. Ну, есть такие вещи, как, ну, как бы предохранение, да, сохранение самого себя. When there is reluctance on part of our patients to share, they are preserving themselves. То есть, когда клиенты защищают себя, то есть, когда мы ждем от них, что они себя будут как-то нам презентовать, они себя защищают. So that's the one thing that's going on. So you can never blame somebody for doing what they think is necessary. Это одна из очень важных вещей, что вы никогда не должны кого-то как бы обвинять в том, что они не делают какие-то вещи так, как это необходимо делать. You can't blame them for wanting to save themselves, preserve themselves. Вы не можете их обвинять в том, что они чего-то о себе не хотят говорить или что они как-то себя, ну, оберегают. And in the case of the relationship, to preserve love.
И в случае, когда речь идет об отношениях, то они, ну, сохраняют, оберегают любовь. It's to preserve the love between the patient and you. Они сберегают любовь, которая между пациентом и тобой, терапевтом. Will I myself and will the love I feel for my therapist and the love I feel from my therapist survive my saying this? And so there's caution. Когда я чувствую, что есть моя любовь и любовь терапевта, то это помогает сохранять то, что есть между нами, и быть осторожными в этом. So, I just want to give a phenomenal logical interpretation of resistance, besides analytic interpretation. Можно дать феноменологическое определение сопротивлению. Actually, to stand against, which is a literal word, standing against, Widerstand. Это стоять против. Is not. Вот это сопротивление, да. A way of opposing relationship, as Freud would say, and as many psychoanalysts would say, it's an opposition to the relationship. It's an obstacle to the relationship. Это не позиция, которая помогает, это препятствие для отношений. And it's a so the standing against is not an opposition, but a way of carrying out a relationship. И тогда вот это вот стояние такое против, оно не является оппозицией как таковой, оно является чем-то, что позволяет отношения, ну, как-то продвигать дальше. And actually very courageous. И на самом деле это очень, в этом много смелости. To say, I'm not sure I want to talk about this. Когда вы говорите о том, что, ну, я не уверен, что я хочу об этом говорить. So it's very important. Resistance is a way. Это очень важно, что сопротивление — это способ of being in relationship. Быть в отношениях. And it has to do with preserving self and love. И при этом как-то сохранять, оберегать любовь. So there can never be room for blame. И нет, то есть это никогда не может быть тем, что, ну, за что нужно обвинять пациента. Or shame or accusation. Или как-то его стыдить. But then, what is this resistance itself? It's. Потому что то, что чем по сути своей является, это сопротивление. And one can say this in the therapeutic hour, and of course resistance comes up most commonly when talking about sex. Да, но и мы можем говорить об этом во время терапии. Ну, естественно, что сопротивление очень часто возникает тогда, когда мы говорим о сексе. It is comes out with the words I want to say, I don't want to say. И здесь вот эти слова я хочу сказать или я не хочу говорить. I want to remember and I don't want to remember. Я хочу что-то вспомнить или я не хочу о чём-то вспоминать. I want to feel this, I don't want to feel. Я хочу это чувствовать или я не хочу это чувствовать. So it's two things. Есть две вещи. So it, and they both this kind of ambivalence is the word I would use. Ambivalence. Yeah, I mean, и эти вещи, они амбивалентные, да, то есть та и другая. Brings a person into very intense relationship. И вот это вводит человека в очень интенсивные отношения. So one can just use that language. Well, I guess you both want to talk about this and you don't want to talk about this. Если вы будете вот таким языком пользоваться, да, я хочу об этом говорить или я не хочу об этом говорить. Я вижу, что ты хочешь об этом говорить или не хочешь одновременно об этом говорить. So I want to tell you what I want, and I don't want to tell you what I want. Я не хочу говорить тебе о том, чего я хочу, или я хочу тебе говорить о том, что я хочу. Even more specifically. И даже более так точно. I want to share what I desire. Я хочу поделиться с тобой
ну, тем, чего я желаю. And I'm afraid to say what I desire. И одновременно я боюсь говорить тебе об этом. So this is a really, actually a beautiful process to unpack. И на самом деле это очень такой прекрасный процесс воздействия. To get to say the, to get to explore with another person their yes and their no. Ну, когда вам начать исследовать это вместе с человеком, вот это вот и да, и нет. It also comes up not with what I desire, but I want to say what I've done, and I don't want to say what I've done. I'm afraid. И понятно, что это будет касаться не только желания, но это точно так же можно говорить, что я хочу сказать о том, что я сделала, или я не хочу об этом говорить. So you back off the topic and you explore the process. То есть вы оказываетесь как будто бы немножко сзади, ну, оставляете сзади эту тему и просто обсуждаете и находитесь в процессе. And quite often in that process. И очень часто в этом процессе. The person ends up needing to say something about their relationship with you, how they perceive you, how they feel about you. И в этом процессе достаточно часто у человека появляется потребность сказать о том, каков для них этот процесс, что-то о том, как они себя чувствуют в этом процессе с вами, как они видят вас. So, by the way, anyone who is reluctant to share their dreams from my side, this is not resistance. Because не желает рассказывать о своих сновидениях, то, ну, не сопротивление. I'm so resistant to share it. I forgot all my dreams from last night, but I know they were dreams and I know they were erotic. Я настолько сейчас нахожусь в сопротивлении, что я просто забыл все свои сны, но я точно знаю, что они были очень эротичные. So, I would like to remember them, but I'm afraid to remember them. Я бы хотел их запомнить, но я боюсь их запоминать. So, that's a little bit on a Dasein's analytic view of... There's an article, by the way, in the Humanistic Psychologist. Ну, дизайн-аналитический способ видения немножко может быть другой, чем в психоаналитической психологии. And it's called... Вот статья, которая называется «Дизайн-анализ и психоанализ». The article is in the Humanistic Psychologist. И это статья в гуманистической психологии. Да, статья в журнале гуманистической психологии. It's American APA journal. Американский журнал Ассоциации американских психотерапевтов. Kirk Schneider was just president of this. Schneider, президент. I was president actually back there when I wrote this article, but it's called "Being Contrary, Being Human." Ну, быть в оппозиции, быть как бы против, это значит быть человеком. Название статьи. That was good. That's a place where I've written about these kinds of things, using a case of Freud's, by the way. В этой статье Эрик использует случай Фрейда, и где он пишет вот об этом более подробно. So, enough about the ambivalence and resistance. Of course, we all have ambivalence about our own human existence. Если еще пару слов о амбивалентности и сопротивлении, то, конечно же, у нас у всех это есть. I have a couple of patients who are very near death right now. У меня есть пару пациентов, которые, ну, уже в таком, ну, они почти близки к смерти. And they're both in so much pain, they want to die, they want to put an end to this. И они очень много боли, и хотели бы уже умереть. But they also don't want to die. Но они одновременно и не хотят умирать. Yeah, they would like their story to go. Они бы хотели, чтобы их история продолжилась. They'd like their story to keep being found, keep being... продолжать что-то находить, и чтобы эта история продолжалась и продолжалась. So, ambivalence is an, I would say, is an existential. I think Heidegger was pointing to, that's the anxiety, that's
И, ну, вот эта амбивалентность, она присутствует, и, собственно, на нее указывал Хайдеггер, когда он говорил об этой, ну, тревоге или там ужасе. Okay, so enough of that. A couple of people put their hands up and look like they might be interested in sharing. Ну, пару человек здесь выглядят как будто бы заинтересованы в том, чтобы поделиться своими мыслями. Когда